Всем привет! Люблю баклажановую икру, люблю сате, но иногда лень возиться. И вот когда мне лень возиться, как я делаю? Мою все овощи. Теперь баклажаны. Отрезаю хвост. Режу на 4 части. И еще на 2, чтобы вот такого размера были кусочки. Баклажаны беру мелкие. Они тогда не такие горькие. В них не бывает семечек. Так много. Нарезала баклажаны. Вкладываю в миску. Присаливаю обильно. И перемешиваю. Пока баклажаны просаливаются, нарезаю лук. Перец нарезала, как же без картошечки, ее тоже, но режу ее такими кусками, чтобы она пропеклась быстро, и беру сорт, который быстро готовится, тот, который не для жарки, а для варки, он в духовке хорошо запекается. И помидорки. Помидорки режу на 6 частей. Вот так. Но их в отдельную посуду, чтобы не потекли. Заправка, смесь трав любых с чесноком. И оливковое масло. Вот оливковое масло лучше запекает овощи в духовке. Я не знаю почему, но они тогда прижаренные. Наше масло так не жарит. Ну вот у меня тут ложек 6. Получилась такая зеленая масса. Жидкая достаточно. Все, баклажаны полежали, пустили сок. Отжимаю. Столько, сколько отжимается воды из них, но не промываю. Так, теперь складываю сюда. Высыпала, заливаю своим зеленым маслом. Солю, но немного, потому что у меня баклажаны были соленые, и я их не промывала. Все перемешиваю, чтобы все овощи у меня были масле. Посудину, в которой буду выпекать, высыпаю, выкладываю сверху помидорки. Помидорки складываю шкуркой наружу, а сочной частью вовнутрь, чтобы сок туда уходил. Вот так. Все. В духовку при 180 градусах на 40 минут, а можно и на час. Готовые овощи, мягенькие все, сочненькие, и картошка, и баклажаны, и помидорки. Это блюдо вкусно и холодным, и горячим. Самое мое любимое блюдо летом. Баклажаны с овощами запеченные. Всем пока, до новых видео.